Всем привет! Меня зовут Оля Васильева. Я хореограф, танцор и педагог современного танца. И сейчас у меня происходит курс в школе современного танца «Цех». Мой курс посвящен входу в современный танец. Я понимаю, что встречаю людей, которые никогда ничем не занимались, либо занимались очень давно, и это очень важный момент, когда ты что-то делаешь в первый раз. Я выбрала 8, на мой взгляд, самых важных тем, которые позволят начинающему исполнителю, танцовщику познакомиться с современным танцем. У ребят, которые пройдут все 8 занятий, у них будет так или иначе в двух карманах по большой информации, то, с чем мы работали, уже свой личный опыт, который мы можем объединить и провести некие параллели.